Здравствуй, зритель. Вот, наконец-то грядут эти пустые баночки июня. Их у меня вроде как немного. И одна даже не совсем баночка, хотя можно в каком-то плане сказать, что пустая. В общем, начну. Вот это мыло я покупала, по-моему, у нас в «Черном коте». Красная линия, жидкое крем-мыло, нежное с экстрактом зародышей пшеницы. Не сушит кожу, содержит натуральный комплекс увлажняющий. Провитамин В5, нежнее нежного. Было кремовое, обычное белое мыло. Тут уже просто жидкость, ни черта не осталось. Хорошее белое мыло. Не совсем удобный дозатор, конечно, но... В принципе, мне кажется, не то чтобы неудобно, это чисто мне не особо удобный на любителя. Дозатор, скажем так, 520 грамм, я не помню, сколько оно стоило... 12 месяцев после вскрытия. Русская косметика, изготовитель, город Одинцово, Московская область. Жидкое крем-мыло нежное. В общем, хорошее крем-мыло. Ну, можно сказать, что советую, потому что, во-первых, большой флакон надолго хватает. Я им даже, по-моему, пару раз смылась, как гелем для душа. Такой немножко унисексовый, ближе к мужскому аромат. Хотя вот мне казалось, что пшеница все-таки как-то, ну, с экстрактом зародышей пшеницы, ну, не должно как-то так пахнуть особо. Но вот оно как-то немножко пахло. Причем я не сразу поняла, что это именно это мыло пахнет. Но он не напрягающий на самом деле. В общем, вот такое у меня мыло было. Так, тут у нас чего? Тут у меня закончилась Минька и Фраше, туалетная вода, Натурель Османтус, которую мне Лёлька из Тюмени дарила в какой-то там посылке. И вот у меня Минька это закончилась. Вообще у меня есть большой флакончик, я когда-то сама покупала в Фраше. Но что-то мне захотелось, а вот я его периодически пользовала. И, по-моему, да, я его брала в Абхазию, короче, вот в Абхазии он закончился, в принципе. Приятный аромат, свежий. Так, у меня тут бумажечка, веревочка, и еще тряпочка и коробочка. Еще в ней бумажечка. Там даже две, по-моему, бумажечки. И да, я сегодня намалевалась. Орифлеймовский красный лак. На самом деле тут два лака, но он у меня что-то как-то... Как-то я взяла один, в итоге... Рука потянулась к другому. И губная помада Avon Matte, что-то там, матовая эйвоновская помада от Лёльки из Тюмени из ее последней вот посылки. А это у меня было мыло вообще, оно вот закончилось у меня уже как-то вот так незаметно. Я им как мыла ручки, и как вот один раз даже волос помыла. Хорошо, кстати, мылится. И тушку мыла, как вместо геля для душа. Это шоколадное мыло с маслом какао. Харьковская мануфактура, натуральное мыло ручной работы. Это мне в прошлом году одна зрительница с Украины присылала посылку, но она захотела остаться анонимной. Так что вот анонимная зрительница для вас. Тут у нас было 95 грамм плюс-минус 5. Ну, грубо говоря, 100 грамм. Очень такой интересный, хороший брусочек. Хорошее мыло. Вот коробочка. Осталось от него. Так, у меня закончилось. Я хорошо у Лёльки уточнила. И это все-таки она присылала. Потому что, знаешь, у меня кто-то из подписчиков тоже какие-то пены присылал. Но они уже тоже закончились. Вообще, это была последняя пена. Предыдущая пена в прошлых, наверное, пустых баночках. Или позапрошлых. Прошлых, скорее всего, была тоже Лёлькина. Тоже от Avon. Черная или какая-то там орхидея. Это у нас... Ароматная роза с экстрактом розы. Причем я вроде такую пену тоже заказывала, может быть нет, ну, похожую, по-моему, с лепестками розы я заказывала, лепестки розы или что-то такое, там беленькая такая наклеечка была. Очень хорошая пена для ванн, вообще ивановская сама по себе, и вот в таких вот бутылочках, тут 500 мл. До сих пор пахнет розой, я ее пользовала как пену для ванн. Я ее несколько раз пользовала как гель для душа, потому что она обалденно пахнет. И даже, по-моему, один раз мыла волосы, вполне себе моют. Но я не знаю, что вот с этой водой. Тут немножко как бы своя котельня в этом районе. И
горячая вода уже вот исключительно от этого района идет. На Миханке была как-то сначала от Миханки, потом от Солнечного. И там вот вода холодная как бы по всему городу, а горячая местная греется. И пену на Миханке вот это давало офигенную. Двух колпачков достаточно было. Ну, иногда и три выливала, и шесть. А тут, ну, вот льется вода, она как-то вот набирается, эта пенка в начале ванны. А дальше почти ее нету. Я уже стала сегодня вот делала уже с этой другой пеной, которую обозревала с манго, тоже от Эйвана, от Лёльки. Я уже душем вот так вот, шлангом лью. В двух разных местах, чтобы пена равномерно как-то была. Я так поняла, что это все-таки связано как-то с этой вот местной горячей водой. Ну и как-то вот она, ну, не так вот, много выливаешь, мало выливаешь. В итоге я что-то такая расстроена была, как-то и решила, думаю, буду ее мыть как гель для душа. А потом в итоге все равно она у меня шла как пена для ванну. Приехала я с Абхазии и в какой-то там день приняла с ней ванну. Что-то у меня вообще оставалось где-то, ну, оставалось, наверное, на пару ванн. А я такая какая-то вот так хочу пену для ванн какую-то конкретную. Я много всего туда набухала в эту пену, в эту ванну и вылила вот остатки. В общем, очень классная пена для ванн. Она вообще с 28 января 2017 года, 18-19, она бы и до следующего года дожила. Но мне что-то казалось, что вот еще чуть-чуть, и надо ее уделать. И в итоге вот я ее уделала. В общем, Лёльке, спасибо большое за подарок. Вам советую такую пену, если вы любите аромат розы. Если вы просто любите пены для ванн, то у Эйвана вот такие пены. Такие вот. В таких флакончиках очень замечательная, вообще отличная пена для ванн. Так. Это не баночка. И не пустая, это мышка. Мышка USB-шка. Мне ее дарил Денис в 2016 году летом. Подписчик, я знаю, что он дважды стал папой, и, может быть, уже давно меня не смотрит, потому что в какой-то момент его затянуло это папство. Все хорошо с этой мышкой. Я у нее уже три раза меняла эти батарейки. Батарейки еще нормальные, она бы еще жила и долго, и счастлива. Но вот я не знаю, что стало с колесиком. Я приехала с Абхазии, у меня это колесико просто стало крутиться. Как бы крутится, а вот тот самый эффект оно не дает. Оно тупо крутится. Причем я даже вот эти ДПИ и вот эти клавиши почти не использовала. В основном, ну, как вот привыкла, так и было. Это у нас фирма Клик. Жила ровно 3 года эта мышка, отличнейшая мышка. Может, кто-то знает, что там можно сделать, чтобы колесико крутилось и отклик был все-таки на компе тоже, потому что если колесико не крутится, то мне мышка как бы на ноутбуке не нужна в таком плане, я могу и стрелочками. Ну, как-то привычнее было. Она побольше, чем моя USB-шка с хвостиком 2011 года от нетбука Genius. Ну, чутка побольше. Она удобная, она хорошая. Но вот гениусы, они живут долго и счастливо. 6,5 лет у меня одна мышка жила. Усиленно юзанная. Эту-то я, в принципе, юзала не настолько усиленно. В принципе-то так. Но она у меня с разными ноутбуками работала. И системником одно время тоже работала. Но ту, которую мне вот в свое время подарила одна моя знакомая мышка. USB-шка PS2. Гениус, она у меня 6,5 лет жила, и вот у нее тоже сначала там колесико как-то прокручивалось в одну сторону, потом в другую, потом она совсем умерла. А у этой вот оно, там даже как было, колесико уже перестало крутиться, тут оно почему-то, вот крутится оно вообще. Я сначала думала, что это какой-то глюк, что может у меня ноутбук обновиться хочет, может еще что-то, но потом поняла, что действительно колесико крутится, а эффекта не дает. Так что, к сожалению, пустая баночка мышка. Но я ее пока оставлю, смонтирую ролик. Может, действительно мне кто-нибудь там скажет, что не так, может, как-то можно исправить. Потому что ей все-таки было удобно пользоваться именно на ноутбуке. Воткнул так, и провод не мешается. Ну и Денису еще раз спасибо. Я помню, мне тогда присылал Орифлеймовский как звать-то?
Рафаэлу, короче, он присылал. Там было две коробки конфет Рафаэла, и они подписаны были Аленкой. Я помню, ездила в Ярик, когда брала с собой эти конфеты, чтобы он, ну, чтобы вот тебе конфеты и Аленке конфеты. Хотя я не знаю, смотрел он Аленку или нет. В общем, присылал вот эти две упаковки конфет Рафаэла и мышку. Я даже не буду вырезать, как что я говорила с Орифлейм. Я вообще как-то сегодня вялая, вот думала, буду снимать, такая была какая-то живая. Ну, я подозреваю, что какой-то эффект идет от видео или от съемки меня. Вот. Амеба какая-то. Вот мыло, про которое я говорила, когда обозревала Лёлькину посылку последнюю. Это туалетное мыло, целебные травы, зверобой. Бережное очищение с природными травами. Нефис Косметик. 160 грамм. Вот у меня сейчас это мыло, то закончилось, это досталось, и оно вполне себе очень хорошее мыло. Вот мне вообще понравились мыло от Нефис, вот такие упаковочки, ну, в смысле, большие вот такие кусочки за 160 грамм. Это вот последнее мыло из последних какой-то, из одной из последних посылок, предпоследних посылок от Лёльки. И вот сейчас у меня снова еще 13 кусков разного мыла включат, такое подобное. И оно кажется, вот будто вот эти вкрапления травки на данный момент зверобоя, будто вот оно как бы скрабирующий эффект дает, но, возможно, он правда дает скрабирующий эффект, очень хорошую пену дает. Тут я и мылась, а как вместо геля для душа, потому что у меня на тот момент гель для душа закончился, как и мыло просто вот для рук тоже отличное. Я даже пару раз смывала какой-то бальзам с губ, тоже вполне себе справляется, очень отлично, хорошее. А мыло, я честно не знаю, сколько стоит, но, возможно, бюджетно, потому что, ну, как бы, Нефис Косметик, это как и чистая линия, русские фирмы. По-моему, Нефис Косметик даже, если не спутаю, да, вот Татарстан, Казань делают в Казани. Вот такая вот упаковочка осталась, мыло вполне, еще даже, по-моему, на месяц, на месяц, на полтора его хватает. Но если его использовать как гель для душа и как для рук, соответственно, то где-то на месяц хватает такого куска. Даже волосы можно мыть. Так, и люди, не поверите, у меня по ходу дела все баночки. Мне казалось, что их было чуть больше. Или будет чуть больше. Я думала, что у меня закончится зубная паста корейская, которую я откладывала пару контейнеров. Один в деревню взяла, другой у меня пользовался, и тут доделывала я его в Абхазию. Но у меня эта зубная паста еще не закончилась. Так что вот, наверное, одни из самых коротких пустых баночек. Жидкое мыло, которое покупала я. Пена для ванн, которую дарила мне Лёлька. Мыло для рук, которое дарила мне Лёлька. Духи, которые дарила мне Лёлька. Мыло, которое дарила мне другая подписчица. И мышка, которую дарил мне подписчик. Пусть всё вообще. Вот как-то так случайно, внезапно, такие совершенно короткие июньские 2019 года пустые баночки. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я вас не заразила своим каким-то цапля чахла, цапля сохла. И всем отличного настроения, и всем пока!